Друзья, всем привет! Меня зовут Константин Горбунов, я владелец маркетингового агентства Monster Context, известная личность в узких кругах. И ну, обычно я пишу видео про Яндекс.Директ и лендинг-пейджи, а тут видео немножко про другое. Я решил взять те деньги, которые у меня были отложены на строительство некого здания, и не строить его в этом году, а инвестировать его в интересный какой-нибудь интернет-бизнес, который, возможно, есть у вас. То бишь, я хочу стать партнером или инвестором, или ну, называйте как угодно это. Есть несколько важных моментов. Если вы хотите взять 3 миллиона рублей моих и инвестировать себе в бизнес, первое, что я хотел бы видеть в бизнесе, это, скорее всего, а – услуга, б – это, возможно, производство. Я очень не хочу видеть товарку, то есть китайские товары, закупка и прочее – это не для меня, это не тот вариант, который я ищу, это первое. Второй очень важный момент, ну, то бишь сразу буду писать первый – не товар. Вот товарка меня не интересует. Второе, если я сейчас возьму эти деньги, а они лежат в долларах, и переведу в рублях, понятное дело, они начнут обесцениваться, потому что летом обычно у нас самый низкий курс рубля, а к декабрю, к январю он обычно растет. Растет процентов на 15, на 20, бывает и больше. Это значит, что я бы хотел бы видеть бизнес, который мне принесет, например, к февралю хотя бы 20-30% инвестиций. Это значит, что если я вкладываю 1 000 000 рублей, я бы хотел бы видеть 200-300 тысяч. Если я вкладываю 3 миллиона рублей, ну, собственно, можно посчитать. Еще очень важный момент. Меня не очень интересуют инновации. Это сразу же нет. И меня не интересуют те ребята, у которых нет опыта в бизнесе. То бишь, ваш бизнес, в который мы будем инвестировать, он должен уже существовать, в нем должна быть некая оборотка. Если я вкладываю 3 миллиона рублей, я вкладываю ее, скорее всего, в рекламу, я вкладываю либо в какую-то оборотку, в оборотные средства, но не суть. Я бы хотел, чтобы в вашей уже оборотке, как минимум, был 1 миллион рублей. Если его нет, то, в принципе, разговаривать нам тоже не о чем. По поводу регионов, я сразу скажу, что за те годы, которым я занимаюсь интернет-маркетингом, я знаю прекрасно, что не только Москва и Московская область – это хорошие регионы. Я знаю, что практически вся Россия – это очень хороший регион. Я знаю, что есть определенный сбыт в других городах-миллионниках, и у вас там тоже все хорошо. Поэтому, если у вас города-миллионники, любые города, то приходите, но, как говорится, раздадим бабло и проинвестируем в вас. Также сразу хочу заметить, что я могу не только вложить 3 миллиона рублей, также я еще могу помочь, так как все-таки я довольно опытный интернет-маркетолог. Наверное, инвестор я не самый успешный или не самый крутой, но я крутой интернет-маркетолог, поэтому я могу помочь именно с вашим трафиком и готов, если у вас офлайн-бизнес и у вас есть уже оборотка в 1 000 000 рублей и вам нужно выйти в онлайн, взять как раз 3 миллиона рублей и взять лендинг, не знаю, или что-то еще, создать, запустить туда на эти деньги контекстную рекламу, таргетированную рекламу или так далее, так далее, так далее. Самое главное, что у меня есть не только я, есть еще и мои работники, есть силы, которые можно, в принципе, вложить в интернет-маркетинг. Ну и последний пункт, который я добавлю, как можно со мной связаться. Здесь под этим видео будет Google-форма. Вставляйте свои данные, рассказывайте про свой бизнес. И если мне это будет интересно, я с вами свяжусь в ближайшее время. Теперь по поводу времени вообще вложений. Очень важный момент. Потому что кроме того, что я хочу вложить 3 миллиона рублей, понятное дело, я
хочу эти деньги обратно вернуть и получить какой-то бонус. Я готов подождать и поискать бизнесы где-то до конца сентября. Я понимаю прекрасно, что к этому моменту, ну, у меня опять же деньги лежат в долларах, и мне абсолютно все равно, что происходит с российским рублем. Но как только я нахожу бизнес, я хочу видеть ближайший, ну, с октября по февраль, хочу увидеть прибыль в размере 20-30% от суммы, которую я инвестирую, что в принципе нормально для любого адекватного бизнеса, услуг или производства. Вдруг, если у вас какое-то производство, вам не хватает, на, опять же, оборотки на рекламу, на, возможно, на станки, на сырье, на что-то такое, но не товарка. Товарка точно не моя. Да, сразу скажу, обговорюсь, у вас наверняка возникнет большое количество вопросов, я что-то явно не сказал в видео, наверное, снимаю на скорую руку, возможно, я его потом перезапишу, просто если у людей будут появляться стандартные вопросы. Единственное, на что я отвечу, что деньги мне нужно не вынуть в феврале, да, это не конечная цель моя вынуть деньги, а моя конечная цель просто найти бизнес-партнеров и работающий бизнес, в который можно просто инвестировать деньги и начать получать постоянный пассивный доход, чтобы у меня было минимум головной боли, зато максимум денег. Вот что меня, в принципе, интересует на данный момент при вложении моих 3 миллионов рублей. Ну и самое последнее, если вдруг вам нужно не 3 миллиона рублей, а, например, 1 миллион рублей или 1,5 миллиона рублей, как вы сами посчитаете, у вас вдруг появится какой-то там в голове бизнес-план или что-то еще, то все равно присылайте свою информацию, потому что я готов дать двум бизнесам по 1,5 миллиона рублей. Мне, в принципе, никаких особых проблем с этим не будет. То есть два бизнеса – хорошо, два бизнеса. Три бизнеса – ладно, три бизнеса. Мне главное, чтобы не было никакой, опять же, головной боли. И самое главное, я в Google форму добавлю еще пункт «Отдельные вопросы». Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, и при этом вы довольно… у вас интересный бизнес, у вас интересная стратегия, у вас уже хотя бы что-то есть, то… задайте там вопрос, я обязательно с вами свяжусь, отвечу и на вопрос, и постараюсь, ну, пообщаться с вами, посмотреть, насколько мы сможем друг другу помочь. Засим все.